местное управление, кто живет до сих пор жив из ветеранов, и вот имеет желание поздравить. Она под конец поверила. То есть сначала что, она типа подумала, розыгрыш, это, да? Она подумала, что это за ошибка. Да. Ну, Сван какой-то с полиции звонит, с полицейского участка. Да. Типа группа русских 9 мая, да? Автобус приезжает с поздравлением. Потом скажу, что? Куда идти? Ну, кто бедокрылся? Сюда подойду. Должны подождать. Или сама невестка подойдет, или будет. В этом селе живет наш ветеран. Поднимаемся в гору, где живет наш герой. Привет! Привет! Внук, да? Да, внук. Ракуя. Его Георгия зовут. О, Георгий. Здорово. Победа. Ёжик, оказывается, по дороге лежит у нас. Вот мы практически у цели. Сейчас, Слава, эти сюда мы выдаст, да? Ты развернулся, а подарок-то взяли? Не, ну она придет, конечно, почва. А у кого подарок? Это сын ветерана нашего. Здравствуйте. Сейчас с тех дождемся. Здравствуй. Здравствуйте. 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 С праздником. С праздником. Здравствуйте. Здравствуйте. С праздником. Здравствуйте. Как живет ветеран, герой наш? Папа, вот я. Сейчас там вот еще навести папу. А вот здесь. Здравствуйте. С праздником ну, вас. Я из России. Папу, а России там чамовит не шента. Папу, а мы салуца чамовит не там журналисты чамовит а шента. А где раз видос кирепс? Спасибо, спасибо, говорите. Хели чамуати, папу, а хели чамуати. Салами. Мир вам. Журналист. Кайхали. Кайхали. Здравствуйте, Габарджоба. Здравствуйте, Габарджоба. С праздником. Здравствуйте, с праздником. Днем Победы. А где воевали? А где невестка? Здравствуйте. А воевали где? Ливан, простите. Ливан. Ливан. Здоровья. Не болеть. Камар Джубат, гилот сад реван дэнтрес, бабуа. Ливан, ливан, ливан. Мы Ливан, Иван. Из халхи Москвы, да, Санкт-Петербурга, да, на Чамусуль. Журналистები არიან, ტურისტული სააგენტოები და არიან, რომ საქართველოსთან განახლდეს ისე მოძრაობა და ხალხმა იაროს როგორც ადრე დადიოდნენ. გაიგეს, რომ ომის ვეტერანი ბრძანდებით, ეძებდნენ ვილმესის უნდათ მიელოცეთ და გამგეობაში უთხეს, რომ ომის ვეტერანი თქვენ ბრძანდებით. Და თქვენთან მოვიდნენ დღევანდელი დღის მოსალოცა. თქვენ 95-ში გაგიწვიეს ომში. Сванечиро Чамокалиб, да? Он служил в спецвойсках, которые были организованы в Сванете. Если вы помните, была горная цепочка, была, которые не раз были попытки пересечения немецкими войсками.
И вот местные жители были организованы спецвойска, потому что они знали тропинки, и чтобы не было, не просочились немцы, вот они были в спецвойсках. Мэри Хуармогити, я цад мэ пронзэ цасвакиде. Перевал Зеленого Эрси. Собирались перевал Зеленого. Я спросил, как долго они находились в горах. Целый месяц февраля, где вот, когда вот началось вот это пересечение, целый месяц они были на Чуберском перевале. Дадил до були хварахат, бабу. Вместе, давайте. Один припев, один припев. Куда другим гэру? Да, хвалит гэнсо. Наоборот. Да, хорошо. Один припев тогда, чтобы не будем мучить. Это день победы, порохом пропах. Этот праздник со слезою на висках, этот праздник со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Поздравляем! Поздравляем! Мадлоба, 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 мадлоба. Ну, хотели, наверное, просто мы, поскольку не подготовили случайно, да, поэтому мы вот конфеты из Ленинграда, из Петербурга, ну и конвертики купите. Сами решите, что, сами решите, будет, что купить. Да. Просто мы не успели, не успели поэтому, поэтому. Не обижайтесь. Да, это медали. Это сюда торгаму гуидесу. Ага, ребят, рада рогу гавот эту. Но это из новых медалей, да? Это новые вчера, медали. Это в прошлом году. В прошлом году, да, ага. Это новые. Это новые, это новые медали? Звездные. Вот и синие, и синие. Ну что, пойдемте? Да, пойдемте, не будем. Спасибо! Спасибо! Уачико, молчите, ну кому будет? Вас добавите, вас добавите, вас добавите. Калиги, ну как вы, там дела могут. Еще ничего, лежите, все в порядке. Спасибо. Кому будет, что, а если ты, а ну, ты там, а еще один. До свидания. Аля, аля, рад за это. Автобусы были дома, До свидания, дорогой. До свидания. Аба кидерти амдени гецоцхлос, бабу. Кидерти амдени гецоцхлос, тко. Кидерти амдени гецоцхлос, да шуташвилебс хо гасрос. Бе-бе аматтан ешата. Давайте с семьей сфотографируемся здесь, а? Давай. Ну, джахтан это. Сегодня улетаем в Петербург. Давайте вместе фотографируем и уходим. Логично. Не-не-не. Вот здесь, вот здесь. Вот так шишет. Вот так шарунда. Вот здесь фотографируем. А Иван же дебил. А Иван. А перешли до. На сном сетчу. Ага, перешли. Ага, перешли. Макет, как я шел, да сами чкапу шишу, а мы шу. Меня сахар, я сиди, шу, я то джикет. Меня сахар, я сиди, я то джикет. Ну, вы улыбаетесь там, потому что мы просто потом из потока возьмем это. Самолет не будет ждать, улетит. Самолет улетит. Да, так что вы извините. Такой гость не пришел, да? Да, мы там теперь нам откроют за тобой, да, лучше пить. Нам еще есть. Она говорит, Бог не пришел тогда. Да? Извините.
Мы любим вас. Для россиян скажите, что. Не приняла. Вот он, путь какой. Проделывали. Да, и мы все плашмя туда. До дома не дойдет. Вот, счастливый. Разобьет. Выбросил его в пропасть, знаешь? Да, здесь шейперт не нужен, тут такой. Ну какие у них ощущения этой по дороге? Первое удивление было. Когда по телефону разговаривал, вообще невестка подумала, что кто-то шутит, да, злостная шутка. Потом из-за того, что я понял, что она не верит, я тоже чуточку заулыбнулся, и это было слышно в телефоне, что я посмеялся. И она так сердито с ланским акцентом: «Чё смеешься?» А потом... Я сказал, что просто из-за того, что вот у нас, говорит, в Грузии не так принято поздравлять уже в последнее время 9 мая, и не так сильно обращают на участников Великой Отечественной внимание. А вот эти люди вчера в правление ходили специально и искали, хотели найти ветерана кого-нибудь, и получилось, что только... В вашей семье находятся ветераны, они просто очень хотят поздравить его от всей души, сделать маленький подарок. Она потом поверила. И я просто попросил, если есть возможность у нее, пускай сына послет, чтобы не дома. Она с родственниками ты спускался. Сына послала. Вот да, Георгий, приходил да. за нами, парень? Вот Георгий, он пришел за нами. А, ну ты еще... Они первые шли. Ливан, а когда спускался, они тебе рассказывали, что они... Как они почувствовали, подумали, что как вообще? Нет, вот это ничего, просто они удивлены. Ну, сейчас знаете как? Говорить о том, что вот это поколение как-то забыто, никто не хочет. Никто не хочет признаваться в своих грехах. Это как-то по-человечески можно понять. Но я такие вещи не люблю. Что есть, то есть. Завтра начался праздник уже в Тбилиси, отмечается 9 мая в парке, идем, в парке Свободы. Человеков 20-25 наберется. Сколько их осталось-то?